Здесь у нас перед входом в лес вот сделан такой мостик через такой вот ручей. Это, я так понимаю, люди сделали сами, не садоводство. И вот через лэпку, и там у нас лес. Всем доброго денечка. Мы пошли за грибами. Вот входим в лес. Тут же нахожу первые грибы. Но они маленькие. Поэтому будем надеяться, впереди нас ждут большие грибы. Дожди прошли. Ну, правда, у нас тут народу столько шарится. Будем смотреть. И вот только я выключил камеру, буквально вот прошли 10 метров. Опаньки, первый подберезовик. А вот там еще грибы. Сейчас пойдем туда смотреть. Вот, мои любимые красивые мухоморчики. Вот грибочки. У меня есть специалист, который определяет, что нам можно брать, что нельзя. Можно. Вот специалист сказал, можно. Вон там еще грибочки. Он, конечно, наверное, а мы ножик не взяли проверять. Так, мне уже нравится такой поход. То в прошлый раз мы ходили в августе. Что-то все так радовались, что кругом грибы. А в результате, когда пошли мы, на одну зареху всего набрали. Так что идем дальше. Так, еще одну красоту нашли. Классный грибочек. Так, хозяйка тайги. Еще находят грибы. Вот красненькие нашла. И вот смотри, еще тут сзади тебя. Да, что-то такое есть. Ну, это такой вот болотный подберезовый. Я нашел кайфовый гриб. Да, молодец, хороший. И грибы. О, это какие-то классные, это грибы наши. Один и второй. Я прям искатель. Кофеек и бутербродики. Всем приятного аппетита. Мы пошли дальше собирать грибочки, вернее, искать. Мы зашли в ту часть леса, где что-то как-то их не дуже богато. Сейчас заглянем в рюкзачок, сколько у меня там грибочков. Там. Загляни в рюкзачок. Вот столько вот. В основном красные и подберезовики. Вот такой у нас улов. Но мы идем дальше.
Только мы пришли, и тут дождь начался. Очень вовремя вышли из леса. Вот такой у нас улов. Вполне неплохо. Где-то часа за два приблизительно так. Неспешные прогулки. Часть выкинули. А вот это вот все, что пойдет у нас в еду. С голоду не помрем.